Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем наши награды и бежим прямиком, наверное, все-таки в поединке. Ну да, друзья мои, Лига самураев 3 звезды. Кто бы ожидал что-нибудь другого? Я лично нисколечко. Нет, теплилась надежда, конечно, что может быть не скинут. Но нет, это вот, ребят, как, я не знаю, уже как традиция. После того, как ты буст в понедельник проводишь, то обязательно во вторник тебе скидывают. Именно в Лигу самураев. Ну хорошо, хоть 3 звезды, потому что мы сейчас с тобой вернемся быстренько в Лигу сёгунов. А может быть даже возьмем... Нет. Хотя Лига мастеров вполне реально взять. А почему нет-то? Так, Майки тут выпендривается. Так, он усилил свою команду. Ой. Здоровски. Усилил команду, плюс подхилился и... И что мне остается здесь делать? Только массовыми бомбить. Так, ага, Муха и Майки остался. Так, Майки выжил, ты посмотри, а. Все, готов, парень. Ладно, двигаемся тогда дальше. Первый поединок вроде бы нормально у нас прошел. Так, 23 место у нас. 23 место. 15-19 я возьму. Ранг, я смотрю, у наших врагов 51-й. Есть 50-й. Ну, в общем, около полтинничка они все крутятся, поэтому я, наверное, здесь возьму, ну, мутагеноида 59-го уровня. Надеюсь на его удар по земле, который даст нам небольшое преимущество, так сказать. А вначале вырубим морозильную кошку. Ну, да, вырубим, конечно. Так, нам мутагеноида наезжает, я смотрю. Давай, наверное, вот так вот сделаем, ракетницу. Все, морозилка больше нам не мешает. Так, теперь, по идее, надо бы слэш, конечно, наказывать. Но у нас пониженная атака по нему, поэтому, наверное, Рафаэля. Да что ж ты будешь делать-то? А если торнадо? Угу. Так, слэш. Куда бьет? Блин, он еще и оглушает, а? Так, этот вешает иммунку. Да ну хорош, ё-моё, вы... Оборзели, что ли? Давайте меня еще уроните тут. Фу. Это что такое было, друзья мои? Это что за вшивенький удар по земле, который даже не нанес существенного урона? Так, ну что, кабан, тебе, наверное, крышка будет. Слушай, ребят, я что-то рискую очень сильно. Беру, опять же повторяю, ребят, беру равных персонажей, практически равных. И все равно они меня как бы ушатывают. Такой подход не для меня. Так, ну что, Лига сёгунов уже, друзья мои, ждет. После вот этого поединка вначале мы возьмем 15-19 по стандарту. Такс. И, наверное, я возьму... Давай возьмем вот этого Донателло видения. Чисто для провокации. У нас здесь есть дебаф на запрет хила. Поэтому Леонардо здесь ничего сделать не сможет. Но он может, ребят, сделать вертушку. А мне это нафиг не нужно. Еще мы им понизим защиту. Давай вот так сделаем. Опа, нормально, я тебе скажу. Так, теперь Кирби орет. Но опять же, никто не падает. Флакон если бросим. Шикарно. И добиваем Рокстеди. Ну, тут нормально получилось. Я не то чтобы не ожидал этого. Но я думал, что быстрее мы разобьем нашего противника. Так, друзья, Лига сёгунов, одна звезда, 79-я позиция. Нам надо, ну, попробовать, по крайней мере, добраться до, может быть, 3 звезд. Лига сёгунов, 3 звезды, в принципе, реально это сделать. Так, 56-й уровень. Нет, Ксевромонтус, подожди секунду. Давай-ка мы возьмем, наверное, вот, Карайку. 70-го уровня. Ну, и, соответственно, Кунаи. Если не уронит, то очень много урона нанесет. Да, очень много урона наносит. Теперь Майки, опять же, с сюрикенами. Так, двоечка упала. Блин, Майки тут с своим хилом лезет. Ага, вот, значит, как пошло дело, да? Так, ну давай тогда осколки. Твою налево.
слева. Этого трогать пока не стоит. Вот кто меня сейчас беспокоит в данный момент. Это Бакстер. Стоит ли мне взять провокацию или все-таки попытаться его добить? Давай попробуем добить. Крип. Крип. Я бы назвал его больше бы не крип, а грип. Давай тогда этого сейчас щелкнем. И остаются майки. И он, главное, ребята, он попадает. Мы не по нему не можем попасть, а он нас пробивает. Ты посмотри, а. Да чтоб тебе. Вот всегда говорил, ребята, что вот у него вот это уклонение. Когда именно враг делает уклонение, фиг ты по нему попадешь. Особенно если ты играешь на равных. Мы опять же за счет Карайки, потому что Карайка 70 уровня, естественно, на, считай, 20 уровней выше, она только смогла его пробить. Жесть, конечно. Ладно, двигаемся дальше, ребят. Так, 15-20, 54-й, я смотрю, уже уровень у противника. То есть сейчас вот, ребят, вот в данный момент вот эти вот мои бойцы против 53-х, 54-х, они просто бесполезны. Мы, считай, играем на равных, а у них преимущество, я тебе говорю, на уровне 10-15, это как минимум. И здесь нам придется взять какого-нибудь персонажа высокоуровневого, ну, например, Паукус. Опять же, за счет паутинки и плюс дебафа его, а именно понижение меткости. Но опять же, как-то это не особо, ребята, видно, да, чтобы они... Да ты задолбала ты, муха, ну... Твою налево, только бомбишь, он взял, все отхилял, то, что мы с тобой нанесли урон. Давай-ка так сделаем. Ну я ускоряю команду, короче, блин. Я не знаю, как тут еще делать. Угу. Так, заблокировал способности. Плюс гранаты. Ёк-макарёк, друзья мои. А дело дрянь. Я не смогу пробить. А саблезуба потеряем сейчас. Слушай, повезло, что он не попал по нему. Но, ты посмотри. Да что делать-то? Дебафить их постоянно. Хиляемся, короче. Хиляемся, плюс еще хиляемся. Так, отхиляли свою команду. И теперь, блин, он вешает иммунитет на себя. Так, ну смотри, у нас задебафанный вот этот полностью Рокстеди. Тогда, наверное, начнем со Сплинтера. Пипец, конечно. Есть, минус Сплинтер. Так, хорошо. Теперь давай, наверное, щелкнем этого, попытаемся. Ага, попытались. Ну а так, если? Нормально. Так, снежок, мы можем снежком попытаться. А, у него иммунитет. Тогда давай вот здесь вот бомбанем. Твою налево. Так, вырубили. Да ты запарил, ты же только что гранату свою бросал. Ну вот, как у него так быстро откат произошел? Мы по мухе теперь попасть не можем, а? Ты посмотри. Трындец. Ну вот как это объяснишь, а? Ну давай таким ударом попробуем. Фигушки там. Не пробиваем, ребят. Все, мухи нету. Так, бросаем комок, может быть заморозить получится. Не получилось. Вот этот поединок, ребята, был вот показатель того, чего я вам говорил. Что мы играем якобы на равных, но у них преимущество все равно. Как ни крути. Ты видел, как долго с ними разбирался. И Паукус практически мне здесь ничем не помог. Никакого преимущества я от него не получил. Поэтому я возьму Донни. Донни сотка, как говорится, со своим огненным эффектом. С эффектом постепенного урона. Ну, вот от него здесь будет толк, это 100%. Хотя здесь... Ладно, мы посмотрим, насколько нанесет урон. Шикарно нанес. Слушай, ну тогда здесь все, ребята, здесь каточка за нами. Да. Опять же, благодаря Донателло. Если бы его не было бы, нас бы тут, скорее всего, размотали бы. Но... Нет, еще пока не попадаем. 9-я позиция, ну это фигня, ребят.
Девятая позиция — это ерунда. Я вот хочу, ага, 15-20 взять. Берем здесь зэка. Зэк у нас имеет массовую атаку плюс эффект замедления. Но опять же, я иду на равных. 57-й против 54-х, а у него даже 57-й Донателло, который может поставить защиту, которую я запарюсь пробивать. Поэтому я беру сюда еще и Шредера с его массовой атакой. Нет, у ребят, у этого Шредера нет. Подожди, я уже забыл, у него есть массовая атака или нет? А, он же вызывает этих кланфутовцев-то. Хорош, хорош. Ну, опять же, 70-й уровень. Без него, опять же, здесь ничего бы хорошего у нас не было. И вот мы с тобой в Лиге Сигунов 2 звезды. А я хочу сегодня попасть в 3 звездочки. Так, вот по идее мы перешли на ранг. Ребят, нам должны давать 16-21. Но такого не происходит. Они опять начинают зажимать. Как я устал с этим бороться, а? Ну, серьезно. Ладно, фиг с ним. Я возьму здесь Дони сотку. Дони сотку, 57-й. Блин, мне надо уже... Так, подожди, мне кажется, Донателло здесь один вряд ли справится. Надо взять, наверное, еще Тигриный Коготь. Или в простонародье Шархан. И им бомбить. Ну, во-первых, он делает дебаф, что дает моему Донателло усиленный, как говорится, урон. И он, наверное, всех положит сейчас. Да. Без дебафа он бы всех бы не завалил, ребят. Кто-нибудь остался в живых. А так как пониженная у них броня, естественно, мы их пробили. 66-е место, и мы двигаемся с тобой. Дайте мне 16-21, заколебали уже. Я не понимаю, в чем проблема. Вот, вот, 16-21. Но уже, друзья мои, 61-й ранг идет. Значит так, сделаем с тобой. Возьму я Леонардо. Блин, у меня же там 57-е еще не отыгранные. И я вот не думаю, что Леонардо сейчас всех сможет уложить со своей вертушки. Вот в чем проблема. А если эти ребята начнут психовать, будет больно. Так, Дони выжил, но это фигня. Да. Наш бравый, хотел сказать цыпленок, наш бравый голубь Пит всех там добил. Ну что, давай, наверное, сороковку мне. 45-й, ладно, фиг с ним. С пивком пойдет. Так, 16-21, отлично. И выбираем. Давай я возьму Алапекс. Блин, я еще... Вот, только 60 уровень, ребята. Только дошел, но взять не смог. Алапекс у нас на сотку. Сейчас она сделает массовую атаку. Я не знаю, 58-х она вряд ли, конечно, сможет ушатать. Но мне надо, чтобы парочка упала после ее удара. Как минимум парочку. Ложи, пожалуйста. Ну-ка. Ой, спасибо тебе большое. Друзья мои, 58 уровень, в принципе, ей под силу. Вот 61 она еще как бы не особо тянет, но... Хотя она на 100 уровень, плюс у нее платиновый ранг. И не забывай, что у нее до 6 уровня прокачаны все скиллы. И, как видишь... Только на 58 уровень ее и хватает. Она 70-ники просто положить не сможет физически. На это способны некоторые бойцы, ребят. Например, Крэнк, Кожеголовый, Маузеры, наш Армагон, Супер Шредер. Ну, вот такие вот. Кунаичи, очень мощная девочка. Когда получает трансформацию, она просто, ребята, выжигает все электрическим своим разрядом. И 70-ники просто плачут от нее. Так, ну вот смотри, 60-ники, она сейчас делает свой электроразряд. И они падают все. То есть для нее это семечки. А вот для Алапекса это проблема. Так что не все бойцы с массовыми атаками, ребят, хороши. Ну что же, Лига Сигунов 3 звезды, 100-е место. А вдруг до мастера доберемся? Есть такие, ребята, как бы нотки, да? Чувствуется, что мы сможем добраться, если все у нас пойдет хорошо. Так, берем Кожеголового. Сколько нам? Примерно поединков, наверное, 4-5 нужно сделать, чтобы перепрыгнуть планку Лигу Мастеров.
А вот бойцов у меня, не знаю, хватит ли на такое количество поединков. Ну, ты сам видишь, кожеголовому тоже, ребят, без проблем. 60-ки, 70-ки, он ложит их только шорох. Так, ну смотри, сотка была, 81-я. Грубо говоря, 20 позиций. 5 поединков. Блин, фигня получается какая-то. Я думал, мы возьмем хотя бы 30-ку, но... нет. Не возьмем. Так, ладно, беру Армагона. Раз, два, три, четыре. Хотя, судя по нашим остаткам, на 5 боев... ну, нам уже меньше надо, конечно. 4 поединка я наберу. Давай, Армагон, вали их всех. Они 58 уровня. Я не понимаю, ребят, почему у нас получается так? Мы с вами поднимаемся по лиге, а противников нам дают с тобой по-прежнему. 58, 61, 60. Они уже должны давать нам как минимум 65. Но мы же поднимаемся по лиге все-таки. Мы же не падаем вниз. Так, 16-22. Ну вот, смотри, уже 64-й. Были 58-й, стали 64-й. Бакстер Стокман, ребята, он очень тормознутый, он очень медленный, поэтому я возьму еще сюда Пицелицева. Как говорится, для прикрытия. Так, Крысиного Короля, блин, надо прокачивать как-то быстрее на сотку. Он слишком долго у нас качается. Вот Рахзар тоже, друзья мои. Вот кажется, блин, провокатор. Но он такой провокатор, ну, он, честно говоря, никчемный провокатор. Он вешает на себя провокацию, но у него нету какой-то еще, так скажем, уклоняшки или еще что-нибудь, чтобы могло его спасти. То, что он возьмет на себя провокацию, его размажут. Он будет получать львиную долю урона, и он не вытянет. У него нет никакого отхила или еще что-нибудь. Просто провокация. Если у Рафаэля хотя бы есть провокация, но он дает сдачу, да, контратаку, то у Рахзара такого нету. И его могут так без конца крошить, крошить, крошить. Мы его не отхилим, ничего с ним не сделаем. И, естественно, провокацию отменить мы не сможем. Поэтому его просто расколбасят. Так, ну что, давай вот эта команда. Здесь у нас есть Усаги, здесь у нас есть Рафаэль. Этого более чем достаточно. Тем более еще Рафаэль у нас есть, который будет первым открывать битву. Так... морозилки нету. И Усаги тут, в принципе, идет как добивающий. Причем довольно легко. Играючи, я бы сказал, он всех наших противников ложит. Да даже если бы у них было бы фулл ХП, все равно бы он бы... ну, я тебе говорю, наверное, большую часть противников завалил бы. Повесил бы на них постепенно урон, и они бы отдуплились. Нет уж, давай ко мне 16-22. Что ты мне опять... во. Так, ну что, беру маузеров. Блин, это что, получается последний поединок, что ли, у нас? Пум-пум-пум. Тогда сделаем так. Пум-пум. Блин, ну я думал, что мы перейдем все-таки в Лигу Мастеров, а у нас не хватит, ребят. Запало. Так, Супер Шреддер. Ну вот, ребята, преимущество Супер Шреддера. Если он кого-то не добил, есть вероятность, что он повесит постепенно урон. И когда противник начнет ходить, естественно, он погибнет. Но... да ты издеваешься, а? Ну, я сомневаюсь, что у нас Маузер вытянет 5 кубков. 1-2 еще, да, но 5 кубков для него слишком шикарно. Это для него будет слишком, друзья мои, шикарно. Ну, ладно, все равно... не понял, из какого перепуга у меня тут реклама прям посреди игры выскочила. Такого не было 1000 лет. Выскочила, прикинь. Ну что там опять, ёк-макарёк. Но... ну вот, ребят, я вам и говорил. 2 позиции — это максимум, что нам светит. Ну, не хватило чуть-чуть. Ладно, как-нибудь переживем. Друзья мои, 39 тысяч мутагена. То есть мы с тобой сейчас можем поднять уровень Крысиному Кораблю.
буквально на 86-й. Так, переходим с тобой на Донателло видение. И начинаем. Мы там не закончили. Да, нам нужны вот эти вот наушники. В размере 3 штук. И тогда мы сможем прокачать ему скилл. Так, это вторые, получается. И последние нам нужны. Все, три наушника взяли. Хватает. Ну что же, еще один уровень, ребята. Вот этот вот свернуть горы будут прокачаны по полной программе. Так, 8 вот этих вот маяков нужно. А нам пока выпадает камень Талик. Так, подожди-ка, давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Ежедневки мы сейчас с тобой просто потратим всю пиццу, и нам не хватит на испытание. Давай сюда, погнали. Так, беру Армагона, беру, значит... Да подожди ты, зэк, лезешь не туда, куда не просят. Леонардо, Кожеголовый и... И вот этого Рафаэльчика возьму. А, супербыстрая команда, и причем самая мощная. Ну, не самая мощная, но мощная, ребят. Так, Рафаэль входит в бой первым. Он переплевывает, естественно, даже Хана 60 уровня, 80 даже. Так, падает солдат. Точнее, киборг, клан футовский. Так, Ванька, Хан, Змея, Карай. С вертушки попробуем сейчас убрать, по крайней мере, хотя бы грибы. И добиваем. Кубарем. Все, проще пареной репы. Шикарно. Ну что же, теперь нам только забрать награду остается. И все ежедневочки на сегодня выполнены. Так, на начало 3 дня. Ну да, 3 дня, в пятницу будет только доступно. Так, ну а мы продолжаем тогда наши поиски. Так, Донателло видение, навыки. Вообще ни одного маяка не нашли еще. Да ну, она выдают только... Вот, маяк, первый. Нужно 8. Так, второй. Что у нас там с пиццей? А у нас все плохо, ребят. С пиццей все плохо. Третий. Да нет, я не насобираю сегодня. Ну, не хватит. Все, ребят, последнюю пиццу потратили. И больше ничего сделать не смогу. Так, 5 нужно будет маяков найти еще. И 18 вот этих книг. Это только до 6 ступени. Ну, вот эти обычные скиллы, ребята, очень быстро прокачиваются. Они изичные. Вот именно последние сложно прокачивать. Поэтому я, в принципе, их и начинаю как бы в первую очередь. Уровень Донателло я поднимать не буду. Незачем, потому что мы прокачиваем с тобой Крысиного Короля. Будем пока на этом и останавливаться. Так, ребят, пиццу, точнее сыр я потратить никуда не могу. 156 телепортов у нас. Откатов, по-моему, около 40, если не ошибаюсь. В общем, пока все идет хорошо. Доллары потихоньку копятся на следующие, как говорится, покупки откатов или телепортов. Ну, я, честно говоря, думал, что мы сегодня в Лигу Мастеров-то попадем. Что-то я как-то немножечко даже расстроился капельку. Не хватило там буквально капельки, а? Причем мы никого не теряли, не роняли. Все шло, как говорится, своим чередом. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.